Бюджет республики скорректирован. Правительство Якутии одобрило проект закона о внесении изменений и дополнений в государственный бюджет на 2017 год и на плановые 2018-2019 годы. Исходя из этого, доходная часть составит 171 миллиард 348 миллионов рублей. Объем расходов увеличится на 1 миллиард 160 миллионов рублей, что составит более 177 миллиардов рублей. Между тем, во время заседания председатель правительства поручил министерствам на 5% сократить расходы подведомственных учреждений. Я хочу отметить неудовлетворительную работу большинства министерств в этой части. И, соответственно, протокольно сейчас отметить, что всем министерствам в обязательном порядке обеспечить сокращение расходов государственных заданий сети подведомственных учреждений не менее чем на 5%. Поэтому задача у нас сейчас, соответственно, подготовить соответственно, предложение 5% на подведомственную сеть. А как это будет распределяться внутри у вас между учреждениями, это не задача правительства. Это ваша внутренняя задача. Вы управленцы. Вам доведены лимиты, и будьте добры, соответственно, исполнить то поручение, которое есть.